Просто поразительно, как представишь, что мы живем на подобной глыбе, и что самолет должен здесь сесть, чтобы забрать нас. Образование солей срывается и расходится в океане. И сталкиваются глыбы льда. Кажется, будто миру приходит конец. Теперь всюду появляются водоросли. Жизнь возвращается. Микроорганизмы осваивают каждый сантиметр ледяного поля. Это начало конца. И оно наступило так быстро. Температура подводного льда опасно увеличивается. Уже минус 1,4 градуса. Это знак окончания нашей экспедиции. Похоже, все туда. Смотрите сюда, разламывается. Там плотная льдина, идущая туда. Да. Она плотная, идет дальше. И до другой стороны канала. Но за ней надо последить. Да, потому что ветер усиливается. Скажи им, что по ночам мы в палатках слышим треск. Мы под матрасами и спальными мешками чувствуем движение льда. Это как землетрясение. Очень громкий треск, будто все разламывается. Будто все напряжение разом спадает. Это удивительно. Льдина раскололась, переместилась. Потом слева снова пришла, обойдя лагерь. Вокруг сплошные гребни и каналы, которые делаются все шире. Ясно. Обнимаю, поговорим завтра. Мы слишком далеко от берега, а воды все больше. Урезали Твей, Валентина и Уэйн подтверждают, что в таких условиях самолету опасно садиться на лед. Мы знаем, где они. Вот здесь. 46. Что это вокруг них? Справа два канала. Один из них открывается, но нужно подтверждение этого. Там много воды, это да. И все движется. Да.